8 апреля в Русском драмтеатре имени Максима Горького в Махачкале состоится долгожданная церемония торжественного закрытия республиканского этапа конкурса «Учитель года 2023». В эти дни лауреаты участвуют в отборочных испытаниях. 3 и 4 апреля в ДИРО стартовал второй очный тур, где конкурсанты с помощью презентаций продемонстрировали мастер-классы. Сегодня и завтра участники будут продолжать бороться в этом туре за звание лучшего в испытании «Классный час», который будет проходить в Центре одаренных детей. 7 апреля состоится заключительное испытание – пресс-конференция. В состав жюри вошли руководитель Центра непрерывного повышения профмастерства ДИРО Залму Омарова, президент Ассоциации педагогов региона Анжела Байрамбекова, победитель конкурса «Учитель года Дагестана-2022» Олеся Петрова и многие другие. Отметим, что в республиканском этапе принимают участие победители муниципальных из разных городов и районов Дагестана, среди которых и наша каспичанка, учитель начальных классов Каспийская гимназия номер 11 Надежда Лопарева. Анастасия Колесникова, Амарбек Газиев, новости, телеканал «Среда».